Салам, родные мои, сегодня экспериментальный видеоролик вас ожидает у меня на канале, я честно не знаю, что у меня получится, но в принципе надеюсь максимально на вашу поддержку, поэтому затягивать не буду и сразу говорю, против Малфоя я ничего не имею, это его контент, он прикольный, он веселый и у него есть своя аудитория, поэтому данный видеоролик не несет никакого конфликта и так далее, просто обычная пародия. Здорово, братва, на связи Малфой, и сегодня мы играем на Arizona RP Showlow. И это новая серия «Пути бомжа». Сегодня мы с вами будем работать. А еще мы будем с вами ловить ларцы автобусника. Поэтому, друзья, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, подписки на мой канал. Погнали смотреть. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Берем мой автомобиль в гараже и садимся в него. Теперь мы отправляемся в Лос-Сантос, чтобы там устроиться на работу автобусника. Блин, у меня мало бензина. Сейчас я буду заправлять свой автомобиль. Но нет, блин, здесь нету бензина. Поэтому мы отправляемся на другую заправку. Воу-воу, тут много бензина, поэтому я заправляю свой автомобиль полным баком. И теперь мы можем отправляться в Лос-Сантос. А по пути я хочу послушать музыку для того, чтобы было интереснее с ней играть на моем любимом сервере Arizona RP. Ах да, играю я на 17 сервере Arizona RP Showlow. Вводите мой промокод хэштег Favelka Show. Фу, блядь, даже воздуха не хватает говорить порой. Я приехал к центру занятости, сейчас я припаркую свой автомобиль, потом я пойду и устроюсь на новую работу, а перед этим я уволюсь с прошлой работы и буду работать водителем автобуса. А еще я сейчас возьму квест на то, чтобы проехать 99 чекпоинтов, и за это я получу ларец премии. Воу-воу, мне кажется, надо помочь новичку и отвезти его к таксопарку. Конечно же, я ему не откажу, и сейчас я с ним поеду к таксопарку Лос-Анджелеса, а потом на работу водителя автобуса. А еще я ему сейчас дам 5000 на то, чтобы он мог арендовать такси, потому что он новичок и, видимо, у него нету денег. Теперь я отправляюсь к автобусам. Воу-воу, посмотрите, тут столько автобусов, надо успеть их ухватить. Я беру автобус, арендовываю его, и сейчас я начну маршрут по Лос-Сантос, железнодорожный вокзал, грузчики, потому что это самый короткий маршрут. А теперь у меня на радаре есть метки, по которым мне надо ехать и выполнять этот рейс. Ну вот я и выполнил свое задание, я не словил ни одного ларца, но сейчас я поеду в центр занятости для того, чтобы получить ларец с премией. Капец, я получил ларец с премией, который я продам 1000 за 200. А еще я заработал 29 тысяч, работая водителем автобуса, выполняя этот квест. Так как на Arizona RP 17 сервер все эти ларцы автобусника стали очень дешевые, я попробую испытать свою удачу и открою их все. Мне выпадает 10 аптечек, 9 аптечек, а еще мне выпадает 13 тысяч и 11 очков опыта, еще 10 тысяч. И 4 точильных камня мне выпадает из ларца автобусника, итого это все то, что я смог выбить из этих ларцов. Но я сильно не расстраиваюсь, и сейчас я пойду на центральный рынок для того, чтобы продать все то, что мне не нужно. Кажется, я нашел нужного мне продавца, и сейчас я ему продам свои ларцы. Итого я продал ларец дальнобойщика за 432 тысячи, и еще я продал ларец крафтера за 240 тысяч, и ларец премии за 220 тысяч 800 долларов. А еще я сейчас продам 4 точильных камня по 46 тысяч, и я заработаю много денег. А точнее, я заработал 176 тысяч с этих точильных камней. Ну что, ребятки, я еще раз напоминаю, что это всего лишь была жалкая пародия на Малфоя, ничего более, просто решил снять такой видеоролик, не несет он никакого оскорбительного характера, поэтому, ребятки, надеюсь, что вам понравилось, вы получили удовольствие, и не забыли поставить лайк, подписку на мой канал и, конечно же, написать свой комментарий. Ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и всем удачи!